памятника погибшим работникам Старт. И тем самым вы показали пример социальной ответственности бизнеса и показали пример других предпринимателям, чтобы они несли социальную нагрузку. Раз вы здесь выступаете как представитель предприятия Astrus U, учредителем и компаньоном, который является пока Алексей Каратович, у меня есть вопрос. 10 лет назад Алексей Каратович пришел на сессию городского совета. И вот на этой трибуне он говорил о том, что в городе не хватает детских библиотек. Он убедил, что это самая главная проблема в городе Мелитополе. Депутаты прониклись, громада его поддержала. И 10 лет назад мы выделили земельный участок в районе Кировского рынка под детскую библиотеку. До сих пор детской библиотеки нет. По земельным документам, по публично-кадастровой карте, там есть детская библиотека, построенная, но, к сожалению, дети так и не пользуются услугами детской библиотеки. Поэтому у меня просьба, чтобы вы также дали, как представитель Astrus U, как может быть представитель вашего компаньона, какое-то публичное обязательство перед громадой, когда же будут выполнены ваши обязательства, которые были предоставлены громаде 10 лет назад, построить детскую библиотеку в районе Кировского рынка. Спасибо. Спасибо.